Ребята, ребята, всем привет! Это новое видео по непонятной игрушке, которую я скачал только сейчас. Как я понял, то надо будет рисовать дорогу для машин. Так себе рисователь, если честно. Так. Так. Ура, третий уровень прошли. А если попасть на X2, тебе попадется реклама, вот. X5. Это не работает. Ну и так сработало. А зачем там рисовать? Правда, а зачем? И тут зачем? А. Не надо рисовать ничего, ребята. Чего не надо рисовать? А может она и так поедет? Как я ожидал. Вот так. Нет. Вот так. Вот так. Легкая игра. Я был в 10-й уровне. Так говорю, как это будет пройти? X4. Не, так не сойдет. Надо вот так. Да? Надо вот так. Машина, куда ты едешь? А, погоди, машина. Да я тебе нарисовал нормальную дорогу. О, полетел. Вау. Если честно, а не реклама. Вы не скачивайте эту игру никогда. Как я понял, это магазин, да? Да. Машина вот так, вот так. Чё, наверное, не едет или нарисовал нормальную дорогу? Он не нормальная дорога, но как-то... Послушайте. X2, сама хорошая. А, погоди, стоп. Пойди уровень. А как тут? Погоди, стоп. Стоп, ничего можно не рисовать. Стоп. Стоп! Стоп. 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 А что, так можно, что ли, было, что ли? Вот. О, я прошел! А. Стоп. Продолжаем. А можно ничего не вырисовать? А. Ага, ничего не рисовать. Это какая-то пугатель. Как? Откуда у нее такая мощность? Сколько там лошадиных сил? Даже русский поп... Понятно.
Тогда я просто на него нажимаю. Что будет, если я вот так делаю? О, стоп. Что? Так. Магазинчик не хватит, не несет, точно. Вот так. Он сможет? Он сможет? Где? Можно вот так? Да. Что это? Это? И знаешь, на каком она месте? Сейчас покажу. Тун-тун-тун. На девятом! Как просто игра там оказалась? Потому что там еще полностью реклама. Стоп, а как? Стоп. Вот так? Стоп, а так? А как проходить? А человечка защитить, да? Он начинает же так проедет. А. Все по-разному. Все по-разному. Ух, я устал. Я устал проходить. А как? Куда машина улетела? Никто не задумывался? На... Ровно X5. Так. И чё вы ругаете? Купить. А, 20 уровень. Чё? Где? А что будет, если вот так? Нет. Рон, не стой ты, не обидишь. Нет. Ты вообще худая. Легко. Нет! Изи. Я хакер. Так, короче, X2 не надо попадать. И на X5. Божечки. И что мне что-то попадать? Что это? Что это? Что это? Что это? За машина. Скачать Order Time. Poppy Playtime? Да не надо эту робок сосывать. Давай! Легко. Согласен. А как?
кнопку так. Надеюсь, правильно, а не как хакер проходить. Ладно, ребята, всем пока-пока. И на этом мы заканчиваем. На 27 уровне. А можно на 28. На 28. Ребята, всем пока-пока.